Привет! Сегодня 1 июня, день защиты детей, начало лета. Почему бы уважающему себя сетевику не отдохнуть? Вся наша злонесчастная масса населения ринулась на работу, как и всегда. Не важно, что сегодня первый день лета, не важно, что день защиты детей. К 9, к 10, к 8, к кому во сколько, надо быть на работе. В нужное время, в нужном месте, с нужным багажом энергии, знаний, жизни, которые мы отдаем под кого-то, под кого-то. 16-й год я уже никому ничего не должен. Я работаю только на себя. 13 июня 1996 года – это дата, когда я начал заниматься сетевым бизнесом. И я очень хорошо ценю, эту возможность. Полная, абсолютная свобода. Хочешь работать, хочешь не работать. 1 июня. С днем сетевика. Потому что день сетевика каждый божий день. Всего вам доброго. Удачи.